Приветствую вас, друзья мои, это Тимур Ханов, Новосибирск. Вот я сегодня вышел на площадь Ленина не только для того, чтобы показать, как тут люди с протестом, я это делаю обычно, а сейчас я буду, сегодня я буду собирать деньги. Вы же, наверное, знаете, что с меня полиция хочет получить 3 миллиона за то, что я якобы организовал мероприятие 31 января. Я вообще считаю, что люди должны иметь право на протест. И поэтому, но тем не менее, 29 января я рассказал, что не надо ходить на протест. А 30 января вот здесь на площади Ленина меня задержала полиция. Потом 31 меня арестовали на 7 суток. 31 января люди вышли здесь на площади Ленина, прошли по городу. И в это время было на площади, ну, а здесь по городу около 1000 сотрудников полиции из города и области. На них полиция потратила деньги на зарплату. Ну вот я сейчас как раз прочитаю фрагмент из иска, на что были потрачены деньги. В результате несогласованного публичного мероприятия, проведенного в Новосибирске 31 января, ГУ МВД России по Новосибирской области были понесены расходы в виде затрат на горюче-смазочные материалы, расходов на обеспечение сотрудников горячим чаем, расходов на оплату сотрудникам сверхурочных, то есть сохраняемых законом имущественные блага истца, потерпели неблагоприятные изменения умаления, что причинило вред Главному управлению Министерства внутренних дел по Новосибирской области. Итак, полиция потратилась 31 января на зарплату, на бензин и на чай. И вот я начинаю собирать деньги на полиции на чай. Но не для того, чтобы отдавать эти 3 миллиона иска, которые предъявили мне и еще депутату городского совета Антону Картавину, а для того, чтобы, вот понимаете, сегодня я тоже вижу полицейских здесь в форме и в гражданском. Они тоже в выходной день вышли. Ну, наверное, у них нет денег на чай. Давайте соберем, поможем нашей народной полиции, чтобы они не бедствовали и не мерзли. Собираем на чай. Вот и специальная кружка. Полиции на чай. Кто готов? О, я, Юра, я привет. Да. Приветствую. Друзья, полицейские, кладем вам. Может быть, это что-то как-то поможет. Ну, пирожок купить, там, чай и так далее. Вообще, если хотите, вот якобы называют, что кормление голубей, ну пусть будет кормление. Следующий. Пусть будет кормление полицейских. Спасибо. Да. Вот у меня так и написано. Да, люди страдают. 2 рубля на жвачку. 2 рубля. 5 рублей на что? На жвачку. На жвачку? После чая жвачку, чтобы было хорошее. Чтобы чистый рот, да, чтобы очистить, бороться с кариесом. Сегодня полицейских здесь немного, можно пойти вот там к ним на пост попробовать зайти. Нужно собираю, отдам. Я считаю, так, что подожди. Полицейские могут еще и кофе попить. Кофе попить? Это на кофе. Это на сливки. Это кофе с сахаром. Разбалуйте. Я положу поболее. Считай, что наберем на презервативы. Пусть купят себе. Поменьше, чтобы раздалось вот таких вот. Ну, они пусть сами. Тут. Какие женщины бывают в Сибири? Жестокие, нелюбябельные, я так понимаю. Осторожно с чаем. Даже чаем можно подавиться. А некоторых даже травят чаем. На круассаны. На булочки. На коржики без дырочек. На дырочки без коржиков. Полиции на чай. Так, кто, с кого еще можно взять денег? Вот красивая девушка Даша, которой вменяют вину, они сейчас суд идет за то, что она якобы ударила подполковника полиции, здорового такого. Напала зверски? Напала зверски. Ну видите, какие у нас звери. Я на другое не согласна. Полюбуйтесь на этих зверей из Новосибирска. Полиции вот этого подполковника уже и не видно. Как только Даша на площади, я его здесь уже и не вижу. Боится. Не уверен, но... Вот еще красивые женщины. Например, вот видите, женщина в маске, ее штрафуют за то, что она в маске. Да, вот Даша, я собираю деньги полиции на чай. Полицейские мерзнут на службе. И вот в иске, которые мне предъявляют, там написано, что они понесли затраты на чай, и надо им сегодня помочь. Я пойду сейчас им отдам эти деньги, давай. Кто сколько может, соберем на чай полиции. Ну что, кладешь, что, Даша? Маме на аборт, чтобы других не плодили. Ох, женщины у нас жестокие, но себе. Говорю, нет, любвеобильные, они хотят любви, но не хотят, но детей не от каждого. Да. Так,
Кто еще готов собрать полиции на чай? Ребята, шутки шутками, но вот это давление силовое, материальное, на тех, кто готов выражать собственное мнение, мне кажется, очень дурной знак. И я не вижу причин, почему бы в России ситуация не становилась бы еще хуже. Но если не сопротивляться, если испугаться, как они того хотят, то это станет, то хуже станет еще быстрее и еще противнее. Не хочу, чтобы было противно. Хочу, чтобы было весело. Собираю полиции на чай. Мерзнут служивые в городе осенью. Кто сколько может? Полиции на чай. Что же вы такие жадные-то? Вон, люди постарше не жалеют копеечку свою из пенсии. Или вы бедные студенты? Что, вы готовы помочь полиции на чай? Спасибо. Ну что, собрали мы от людей средства на чай. О, порядком. О, смотрите, целая куча денег. Я думаю, надо им вручить. Деньги они на службе, выходной день. Наверное, им там тяжело. Вот у нас есть пункт полиции. Я пойду сделаю заявление. Здравствуйте. А можно к вам сюда зайти? Камеру снимать не буду. Сюда нельзя заходить. Есть заявление. Хочу сделать заявление. Выключите фото-видеосъемку. Хорошо, я убрал фото-видеосъемку. Зачем? Мы же не находимся в помещении. Вы хотите заявление написать? Я хочу сделать устное заявление. Говорите, я вас слушаю. Я вижу, что полицейские находятся на службе в выходной день. Угу. Мне предъявлен иск от Министерства внутренних дел Главного управления, угу, на то, что полицейские в выходной день работали. И теперь мне предъявляют... Так вы за нас, что ли? А? Вы за нас? Я принес вам денег на чай. Вот тут написано, мне денег на чай. Цитата из иска. В результате несогласованного публичного мероприятия, проведенного на Сибирске 31 января, ГУМВД понесло расходы в виде затрат на горюче-смазочные материалы, расходов на обеспечение сотрудников горячим чаем. Поставьте сюда, я прочту, а то я не успеваю. Да, я вам так скажу. Горячим чаем, вот видите, ключевое слово. Горячим чаем. Да. Я, к сожалению, от вас первый раз слышу в каком-то иске. Мне в отношении вас. Да, Ханов Тимур. Ханов Тимур Фанирович вместе с Катариным нам предъявлен иск на 3 миллиона. ГУ, Главное управление Министерства. Главное управление, а за что? За то, что якобы мы организовали мероприятие 31 января, а полицейские понесли расходы. Вот я вам тут денежек принес, ребята. На чай, а то вы тут мерзнете. Не мерзнете, слушайте. Заберите деньги, пожалуйста. Я не заберу, потому что вы с меня деньги требуете через... Так это не мы же требуем. Главное управление... Мы же не закончили разговор. Почему? Я закончил. Я же вас выслушал, вы теперь меня выслушаете. Хорошо говорите. Правильно, мы же вежливые люди. Да, вежливые. Вам с иском обратилась ГУ МВД? ГУ МВД. Ну так я же не ГУ МВД, правильно? Я состою в этой организации. Но вы сегодня зарплату получаете? Нет, сегодня нет. Выходной, значит, вам должны компенсировать эти деньги, затраты. Это все затратит, не оплатит. И поэтому потом предъявят тем, кто вот собрался это, на вот площади. Это заберите, я заранее деньги собрал, нет, я их не заберу. Ну, потому это что... некрасиво. Некрасиво с пенсионера 3 миллиона требовать. Вот что некрасиво. За свою вы службу. Вы в суде доказываете, это не здесь. А я и вам могу сказать. Не мне. Лично к вам, товарищ старший лейтенант, у меня вопросов нет. Вы мне честно сказали, что вы работаете в выходной день без зарплаты, что вам... Заберите, пожалуйста. Вот тут написано, на чай. На горячий чай полицейским надо компенсировать. Я компенсирую. Нет, мужчина. Я взрослый мужчина. Я пенсионеры берут 3 миллиона, ваших вы, полицейские, берете. Не вы, так ваше начальство. Не ваше начальство, так ваше командование. Мне за вас, господа офицеры, стыдно, потому что я тоже старший лейтенант. Тем более. Тем более, заберите. Не заберу. Отдал полицейским собранные деньги, пускай чайку попейте, ребята. А свои акции по помощи полиции я буду продолжать. Бедствуют люди, никак без помощи от пенсионеров. Никак без помощи от пенсионеров не могут. Это Тимур Ханов из Новосибирска. Будьте здоровы. Берегите себя. Коронавирус не дремлет, а полиция бдит. Пока.